Ну? О, сколько мобов у меня там оказывается, ё-моё. Вы смотрите, у меня там даже кто-то с мечом стоит. А у меня есть рапира прокачанная. Кстати говоря, по поводу прокачанной рапиры. Значит, я немного поиграл в Skyfactory в Соляндру на своем серве, не на здесь. Я свой сервер организовал, поиграл. Знаете, что я подумал, ребятки? Я хочу себе двурук. Тот кливер, который я себе должен был скрафтить, он охрененный. Я его скрафтил себе там, и он просто великолепный. Я хочу его себе здесь. Значит, чего мне надо сегодня добиваться? Во-первых, я должен сделать большую достаточно кучу обсидиана. А, да. Еще я был на сервере, когда у меня стрим тогда закончился. Вы помните, на чем он закончился? Я утопил свой, блин, трансфер-ноут где-то глубоко в заднице. Вот. И, собственно, мне жутко не хватало этого редстоуна. Так вот, я просто взял и накопал его сам себе. Пожалуйста, у меня есть два алмазика, у меня 52 редстоуна. Теперь у меня до хрена порошка, у меня даже лазурит, блин, есть здесь. Короче, все камильфо на самом-то деле. Вот, значит, что мне в первую очередь надо? Мне надо здесь заниматься фермой. В любом случае, да, мне надо выращивать гораздо больше продукции, так скажем, которые я хочу, тем более, что мне эссенсы нужны. То есть вот эта миника эссенс, она мне жутко нужна. Плюс мне надо следовать, ну как, да, гайду бекончика, да, Бэкон Доната, и посмотреть, что у меня там следующее идет по гайду. Плюс к этому. Значит, что я узнал? Во-первых, я узнал, что мне надо проапать вот эти вот сундуки. Причем проапать мне их надо металлом. То есть все зависит от того, сколько металлических слитков, вообще железа, у меня есть. Так, у меня железо здесь 29. Я не скажу, что это много, но это пойдет. Реально пойдет. Так, сейчас я сделаю себе еще два трансфер-ноуда, как минимум. Для этого мне нужно как минимум стекло. А если, блин, у меня стекло вообще? Вот так вот играешь целый день на своем сервере и забываешь, что у тебя на сервере, который для стрима, чё и где лежит. Просто вот напрочь забываешь. Вот здесь стекла, нормально. То есть мне нужно стекло, редстоун плюс... Так, трансфер-ноут. Трансфер-ноут. Ага, обжаренные камни и трубы. А есть ли у меня пайпа еще? Так, пайпуха там у меня должна быть. Это самый беспалевный ящик, который я когда-либо видел. Так, ящик есть. Пайпов, походу, у меня нет, да? Так. Мне еще надо обсидиану кучу сделать, но это в процессе у меня будет, естественно. Я покажу, как мне сделать кучу обсидиана, причем, блин, получается весьма неплохо, я бы так сказал. Я на самом деле думаю пятницу чуть ли не отдельно под майн отводить, потому что мод настолько здоровый и комплексный, что одного дня уже недостаточно. И вот не поиграв буквально 3 дня, или поиграв там на своем сервере, просто забывается. Здорово, Алешка. Соскучился по кубикам? Очень. Вот абсолютно серьезно. Майн — это просто та тема, по которой я реально начинаю скучать, когда я долго в него не играю. Я не знаю, вот... Мне сам по себе Майнкрафт очень сильно нравится, да? А здесь еще и мод, который просто невероятно кучу всего добавляет. И действительно начинаешь скучать. Вот, хотите верьте, хотите нет, блин, в натуре соскучился. Вот у меня пайпухи, господи. Так, вспоминаем, что у меня есть каменные магические палки. Ведра... Ага, ага, окей. Так, редстоун сверху. Это, слава богу, я помню, что у меня здесь лежит. И мне надо, по идее, два трансфер-ноуда скрафтить. То есть мне надо как минимум... оп. Сделать вот так вот. Так, дальше обжаренные камни мне нужны. Жареные камни. Вот. И, собственно, трансфер-ноуд. Сюда иди. Так, два. Раз, два. Раз, два. Да ладно, у меня двух сундуков не хватает. Ну, да вы шутите нафиг. Так, где у меня дерево? Дерево у меня здесь. Вот они, три сундука еще. Я же помню, что у меня сундуки были, правильно? Правильно. Джесс тогда вообще на стримы приходить не будет. Да Джесс и так на стримы не заходит, в принципе. Джесс не админ, не модер уже. Джесс на мои стримы фактически не заходит. Вот, поэтому... Бывает такое, Рязанов, просто бывает. Так, один трансфер-ноут сюда, причем с копалкой. Вот эта копалочка. Я же не для Джесс играю, правильно? Я играю чисто для себя, для зрителей.
Для тех, кому интересны вообще мои стримы. А на самом деле, судя по тому, судя по тем просмотрам, которые есть, блин, Майнкрафт на самом деле сильно интересен. Вот, серьезно говорю. Так, плюс эту печку я хочу немножко расширить, на самом-то деле, вот, и мне нужно еще таких вот блоков непосредственно. Правда, у меня блоков всего 3, это хреновато. Мне надо еще камни пожарить, вот что мне надо сделать. Мне надо просто... А, у меня с собой есть. Мы просто сделаем вот так вот. Я сейчас ее буду вот сюда вот вширь чуть-чуть раздвигать, да? И, собственно, должно получиться весьма неплохо. Так, раз, два. Куда делся старый трансфер-нод? Понимаешь, Алёшка, у меня их было два, да? Один я посеял, благополучно утопив его, просто вниз он ушел. А второй трансфер-нод стоит вот здесь вот. Вот он, стоит трансфер-нод, который с воронок забирают все, когда умирают мобы. И, собственно, у меня уже, видишь... То есть, это автоматически мобоубивалка со сбором лута. И у меня весь лут всасывается в воронки. То есть, вот у меня стоит железные пики. У меня лут всасывается в воронки, а из воронок попадает в нижний шкафчик. У меня здесь дохрена всего, на самом деле, уже. Дохрена всего очень странного. Что с ним делать, пока что я не знаю, потому что я мало разбираюсь в этом моде, да? Но, окей. Не надо ширину делать, просто выше сразу на 9 уровней и все. А Рязанов, я хочу, понимаешь, и шире, и выше. Ну просто вот хочется так. Мне не хочется. Мне хочется вот здесь вот. То есть 3 и 3. 6 блоков мне надо. Просто потому что хочется, ни больше, ни меньше. Просто вот такое желание возникло, вот и все. И я построю в эту ширину, то есть вот здесь у меня стол для слитков. А здесь я сделаю непосредственно столик для этих блоков. Вот. Мне еще этот столик для блоков сделать надо, правда. Он делается вот так вот вроде как. Да, вот, это хрень, которая позволяет в себя блоки запихивать. Вот. Мне надо еще больше слитков. Мне надо больше камней отжарить, на самом деле. Оп. Вот. Шаг, будешь играть такие моды, как Divine RPG и Миллионер? Не знаю, Razer. Сначала я буду полностью разбирать Sky Factory. То есть от и до. А потом уже посмотрим. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Ты уверен, что будет работать? Да, Рязанов, реально. Практически на 100% уверен. На 95% уверен. На 100% быть чем-то уверенным, это, конечно, такое себе. Но процентов на 95% уверен. Осталось только блоков достаточно приличное количество добыть и суметь это сделать. Вот и все. Так, у меня пока что еда поживает по чуть-чуть, да? Мне бы этой еды побольше. Здесь надо заняться выращиванием. Здесь я сегодня буду заниматься геймплеем, так называемым. Потому что мне надо будет стоять с лейкой, говорить в чатике и иногда собирать миника эссенс. Потому что этой миника эссенс надо просто жесть какое количество. Вот серьезно, абсолютная жесть какое количество. Какое количество. Какое количество миника эссенс надо. Так, пока что я сделаю себе еще трубы. Трубы, кстати, понадобятся для всего. Так вот, я еще автоматизировал себе на своем сервере, да, вот эту всю фиговину с сеялкой, с дробилкой. И оказалось, что я ни хрена не понимаю в том, как располагаются провода и генераторы в майне. Потому что генераторы просто безбожно жрут энергию, не давая при этом ни хрена хорошего. Автоматизация — это хрень. Пока вы не придумаете альтернативные источники энергии, типа водяной мельницы, которая, кстати, здесь, походу, тоже есть. То есть, над этим надо реально работать, работать, еще раз работать, чисто самому. Так. Оп, еще 3. Так. Сейчас, это у нас все доплавилось, да? То есть мы вырубаем вот так. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Так, 6, да? А где еще один? Не понял. Не, ну, ладно. Так, F7 на всякий случай. И, собственно, что я хочу делать? Я хочу сделать вот так. Так ведь? И потом раз, два. По-моему, мне не хватает. Не-не-не-не-не, все, все. Я забыл еще один блок к этому сверху. Так, оп. Смелтери. Че он в тебе делает, ё-моё? Я-то думаю, куда он делся? Он просто туда исчез. Так, и мне надо сделать вот так вот. Вот так вот.
Собственно, раз, два. Блин, и надо еще сверху блоков. Но уже вот эта вот печь, она уже рабочая, да? То есть я могу уже сделать... Да, отдай. Вот так. Оно будет плавиться. И постепенно достроить. И, собственно, вот здесь вот я хочу поставить выход. Только для выхода мне нужны еще слитки, вот обычные. И из обычных слитков я, собственно, построю выход, поставлю, а оставшийся блок я перекину наверх. Вот такой вот. Здорово, Тасмит! Может, не стоит ее просто так отпускать? Здорово, Квадробжиш! Да... Так странно слышать... Нет, Тасмит, это по поводу... Мы же с друзьями остаемся, я вообще не спорю. Это именно по поводу моих стримов исключительно. Так-то я с Джесс как бы дружить не перестаю, это очень глупо. Конечно, Джесс мой друг остается. Просто это по поводу стримов. Разногласия по поводу стримов. И все. Ни больше, ни меньше. Поэтому это такая херня, на которую вообще внимания обращать не стоит. Вот. А еще к этому. Сверху мне бы нужно землю. Одна земля. У меня очень мало земли. У меня здесь все водой запихано. Хорошо, мне нужно, конечно, еще глины. Для этого нужно пыль. И для этого надо немножко поработать молотком. Так, сейчас я закончу с печкой, поставлю в печку плавиться всего и вся, так, и потом продолжу с молотком. Мне надо 6 и 9, мне надо 9 слитков. 9 вот таких вот слиточков мне очень надо. И, судя по всему, у меня 9 как раз ровно и будет. 6, нет, у меня будет 8, походу, да? Да, у меня будет 8. Фэр. Не, ну, а если я вот так вот сделаю? Кстати, надо еще сюда лавы залить будет. Мне надо ведро себе. А где мое железное ведро? Лол. Ребята, где мое ведро? Это не смешно. Вот оно. Ведро и лавы. Бульк. Сейчас еще лаву притащим. Слава богу, вот лавы. Вот что-что, а лавы у меня просто невероятное количество сейчас будет. То есть, банально, у меня бесконечный источник камня, да, за счет бесконечного источника камня, да, с помощью своих сил, естественно, то есть, ручками-ручками все, но, тем не менее, добывается достаточно приличное количество лавы. Вечер, хату, шаг. Здорово, Хазанов. Привет, здорово, Дамс. Дракон Кинг. Ведь для слива в блоке нужно еще Redstone Clock и слив еще один. Не, Рязанов. Фишка в том, что у меня автоматически будут фармиться именно слитки. А если мне внезапно понадобится блок, я просто вручную, ну то есть пальчиками нажму это дело. То есть слив и все. Я не хочу делать его автоматическим, это ни к чему, серьезно. То есть все, что надо сделать, это просто банально. Вот, последний, отлично. Дальше мы делаем так, раз, два. Шлеп. И еще вот такую вот фиговину. Шлеп. Найс. То есть здесь я убираю вот этот блок. Так, я его ставлю наверх. Эту фиговину я ставлю вниз. К ней, собственно... Оп. Блоковый, все. Если мне понадобится, я могу выплавлять слитки. Точнее, он автоматом будет у меня слитки плавить, да? Если мне это не нужно, я смогу спокойно выплавить блоки. То есть для этого... Вот где мой рычаг? Для этого обычно делается вот так вот. То есть я могу этот редстоун просто вырубить нафиг. И пока он выключен, он у меня не будет автоматически работать. То есть, если мне нужны блоки, я буду делать блоки. Если мне нужны слитки, он автоматически будет делать слитки. Не суть важно, серьезно. И из второго лава-контейнера перелей, забери его. Да не, забей. Я думаю, что он, кстати, пускай остается, мол. Они вместе не соединяются, но, насколько мне сказали в чатике в прошлый раз, они будут компенсироваться. То есть, как только первый закончится, да, в ход вступает второй непосредственно. Ну, посмотри, у меня же 5600, 6600, 6677 было. 6600, 6600, 6600. Только вот здесь вот маловато, 5600. Я отсюда лишнее ведро забрал. Вот, а так у меня сколько? 6, 12, 24, 29, 35 ведер лавы доступно. И с помощью этой лавы я сейчас буду делать обсидиан. Плюс к этому мне надо достаточно приличное количество железа сейчас будет. Для чего? Я хочу себе сделать кливер, да? Я хочу себе сделать двуручный такой убер-супер-пупер-гипер-меч. Чтобы сделать убер-супер-пупер-гипер-меч, так-так, вот, мне сейчас надо будет достаточно приличное количество слитков. Почему? Сейчас покажу, что я буду делать. Weaponry, Volume 1, Volume 2.
Не-не-не, это Volume 1. Секундочку. Вот. Мне, собственно, надо сделать вот эту хрень сейчас. Здорово, Dark Souls. Будто не в Майнкрафт играем, в симулятор Bear Grylls и инженера. Да тут симулятор чего только не бывает. Собственно, мне надо еще 3 блока. Это я сейчас тоже буду делать из камня. Мне надо 4 блока железа, чтобы вы понимали, да, это хрена. Вот, плюс к этому надо вот этот крафт-стол. И тогда у меня будет Tool Forge, с помощью которой я смогу сделать себе двуру. Хотя моя рапира, конечно, ужасно хороша, слов нету. Охрененная рапира. Но, поверьте мне, двурук он гораздо круче. И как только вы его увидите, я думаю, вы оцените вполне. Так, не надо рапиру выплавлять. Вот, видишь, она не работает сейчас. Я отключил рычажком, и, собственно, эта редстоуновая фигня не работает. У меня выплавляются непосредственно блоги. Кстати, насколько мне хватит? Molten Invar... Так. Как я Invar заработал? Сволочь, он мне безумно нужен. Когда я разбирался в электроэнергии, эта тварь мне была настолько сильно нужна. Как я его получил? Я просто железо сюда впихивал, ни больше, ни меньше. А у меня в итоге инварские блоки пошли. Каким раком? Я не... Вот серьезно, моя не понимать. Вот просто не понимать. Я этот инвар, я не знаю, я голову себе сломал, как мне этот инвар добыть. А тут он внезапно появляется в печке. Хорошак, здорово, Саш. Так, секунду. Это просто жесть какая-то, серьезно. Между прочим, я хотел себе дохрена именно железа, а в итоге у меня получается чуть-чуть железа и дофига инвара, который мне понадобится, когда я буду все автоматизировать. Он мне жутко понадобится, потому что здесь есть такая хрень, которой Бекон, собственно, пользовался. Вот он, магматик Динамо. И для него надо как-то, вот как-то магму связывать. Я как раз на стриме хотел. Ты что-то впихнул лишнее? 2 железа и 1 никель, смесь? А, спасибо большое, Supply. Вот это да, это понятно. 2 железа и, мать его, 1 никель. Твою налево. Я бы знал это до этого, вот я... Все сказал. Так, алюминий, мне бы еще железо там вплавить. Золото, никель, тин, iron ore, вот. Ага, и вот оно у меня еще железо, да? Да. Я его чутка упустил из виду. Так, больше железа. Мне сейчас надо именно железо в основном, да? Такс. А вот то, что я никель вместо железа взял, я как-то не особо понял. Они так по цветам похожи, а у меня такой слабый цвет развлечений. Да, спасибо, ребят, да, вот серьезно, большое спасибо. Шаг, это сервер? Нет, я играю соло. 2 железа, 1 сервер, надо запомнить. Привет, я новенький на твоем стриме, где играешь? У себя. Кстати, я надеюсь, что это подобное будет в Субнотике, когда завезут кооп. Я думаю, кстати, такое будет, Квадро. Причем, учитывая, что сейчас должны добавлять... значит, посмотрел я обнову Субнотики. Ребят, я до сих пор не знаю, поеду я завтра на дачу или нет. Серьезно. Это выяснится, когда у меня сейчас тетушка моя приедет с ТО, собственно. С базы ТО. И я узнаю, хотя бы у меня машина, блин, в состоянии ехать или нет. Вот. Если завтра я не еду на дачу, то мы устраиваем с вами Субнаутику. Потому что... мне надо в Субнаутике начинать новый сезон. У меня снова все ругается на сохраненке. Мы заново будем все раскапывать. И там обновление, которое достаточно сильно меня на самом деле устраивает. Оно действительно хорошее. Вот в натуре таки хорошее дополнение. Особенно я буду надеяться, что на постели, в постели можно будет ночь пережидать. Вот я очень сильно это буду надеяться. Если все такое будет, то, блин, игра превратится на самом деле в достаточно приличную сказку. Просто классная игра будет. Так, и мы включаем вот эту фиговину. Пускай все остальное у нас чисто отливается в слитки. Мне блоки больше не нужны. 4 блока у меня есть. Собственно, которые мне необходимы для Tool Forge были, да? Так, что мне еще надо сверху? А, мне надо камень сверху поплавить. Да-да-да-да. Камень, кстати, тоже можно плавить в блоки, однако блоки получаются немножечко не такими, какими бы хотелось их видеть. Серьезно. Я это сейчас чуть позже покажу. Так, оп, камень. Так, сначала у меня будет iron, потом инвар я буду сделать. Оп. Пускай у меня пока что так вот будет, да? Вот, и дальше у меня пойдут слитки непосредственно... Серд Стоун.
Отжаренный камень. Так, хорошо. А, так, грядочки, грядочки, грядочки. Так, книжку мы положим. Мям. Книжку мы положим на место. Пока что мне ни стекло, ни камень. Мне эта вся фигня не нужна. Мне бы отдельный сундук под разное, на самом-то деле. Вот это немножко под разное не подходит, поэтому такое. Так, камень, обжаренный камень. Это у меня с собой, это сюда. Так, редстоун сюда. Надо, кстати, заглянуть. У меня же все это время мобы как бы респаются и умирают, да, автоматически. Они единственное сюда гораздо эффективнее подходят, если они, ну, фактически видят меня. Хотя, не буду я это делать, ну нафиг. Так, посмотрим, что у меня вообще здесь есть. У меня есть uncommon lootback, common lootback. 6 миника эссенсов, not bad. Что мне дадут? Вау! Вот это uncommon loot! Как необычно-то, ё-моё. Медленно, конечно, умирает никак от твоей рапиры, это естественно, да, но... Мол, что поделать. Зато у меня рапирка крутая. То есть, если я захочу вручную все эти дела пофармить... Блин, у меня тут столько всего необычного, столько с этим надо разбираться, просто жесть. У меня даже Фериус Айнгар есть. Что еще? Золотые слитки есть, Миника Эссенс. Я тоже веду. Внизу, кстати, Миника Эссенс тоже у нас лежит. Ее бы тоже забрать. Две картошки посадить. Pumpkin Seeds пока не нужно. Морковку тоже посадим. Так, что у нас внизу там? Надо, кстати, реально нижний этаж просто вот этажом построить. Просто сделать везде камень. У меня и камня, и обычных ресурсов, ну, то есть, типа, желез для палочки. У меня всего этого должно хватать, поэтому надо будет заняться. Когда не будет вот прям, чтобы совсем лень, этим действительно надо будет заняться. Так, окей, слитки, 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 слитки. Сначала мы слитки поместим сюда. Нет, вот сюда. Так, отлично. Так, крафтить мне пока что ничего не надо. Мне надо вот 12. Это как раз на 3, кстати говоря, мне хватает. Шикарно. Очень-очень четко. Спасибо. Но надо поставить еще жарится камень. Ну, мало ли мне понадобятся еще эти блоки, да? Поэтому мы просто вот так вот шлеп. И 24 камня ставим жариться. На 12 слитков. Как раз ровно 24 камня на 12 слитков. Фредики 7, здорово. А как ты сделал, чтобы в печке отображало слитки, а не МВ? А хрен его знает. Нет, ты заходишь вот в этот мозг печки, да? И у тебя, вот где именно в смелтере у тебя будет расплавленное что-либо, там показано количество слитков. То есть, я не знаю, у меня никогда мегаватты не отображались. У меня отображалось именно количество слитков здесь. Поэтому хз. Я, собственно, с этим как-то не парился никогда. Мол, есть слитки, есть. Надо, кстати, еще 24 взять. 24 взять. Вот, и сейчас еще поставим жариться сверху. Сейчас они, вот смотри, сейчас они обжарятся, видишь, поднимаются, собственно, плавление их. То есть показано, сколько они будут плавиться. Так, и вот они, вот. Два блока, три слитка сверху. Они пока все выплавляются, я ставлю еще 24 камня жариться, пускай жарятся. Они меня не сильно парят. Так, и сейчас мне надо снести вот этот. Так, два. Мне надо снести вот этот стол так, чтобы он в меня пошел. Отлично. И крафтилка, 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 крафтилка. Надо, кстати, эту крафтилку тоже снести и поставить нормальную крафтилку. Как у всех людей. Эть, ать, оп, шлеп, ать, оп. Вот, другое дело. Найс. И, собственно, сделать себе ультра-супер-пупер стол, который я не могу сделать, потому что я не очень. Где мои блоки железа? Спасибо. Такс. Вот с этим еще что-то надо будет делать. Я думаю, что я опущу нафиг свой генератор на один уровень вниз. Потому что вот это вот не дело уже. Я слишком сильно развился, меня это уже не устраивает. Так, раз, два, три. Та-дам! У нас готовый Toolforge. И теперь, видите, я смогу сделать себе и клевер, и боевой топор. Все, что мне просто захочется сделать. Здорово, Тархунус. Люди сегодня ОГЗ по информатике результаты выложили 20 из 22. Молодец, Тархунус. Прям красавчик. Я тебя поздравляю. Отливаешь золото, делается золотая форма по слитку. Изи. А, ты имеешь в виду, как и... У меня показаны мили-бакеты.
Это вы про сливки, которые отливаются. Да, я понял. Здорово, Порз. Печку. Ну, Порз, ну бывает, люди. Ну, неграмотные. Такое бывает. И тебя с пятницы, да, Порз. Так, пока я не совсем забил, да? Мне надо семена. Семян надо много. Так, тем более мини-кэссенс у нас еще одна готова. Так, ать, оп, ать, оп, ать, оп, ать. Хм, даже первые арбузы пошли. Нормально. Первые арбузы и первые тыкли. Тыкли, хорошо сказал. Тыквы созрели, собственно. Это ок, весьма-весьма ок. Так, теперь мне надо сделать что? Мне надо сделать еще одну мини-кэссенс. Блин, почти на две хватает, но... Так, мини-косит. Сажаем ее сюда. Так, шлеп-шлеп. А вот это вот мне сейчас надо будет посадить. Плюс шлеп-шлеп. Так, еще 4 морковки. 3-4. Оп. Еще одна морковка. И 2 картошки. Собственно, неважно, на самом деле, в каком порядке растут. Дальше я их пересаживать буду, когда мне реально захочется порядку. А пока что все ок. Так, 24 еще. Надо поставить камешек плавиться. Надо еще 24 камня. Да. Так. И сейчас мы будем опускать наш лава-генератор. Мям. Я нет хотел сделать. Оп, да. Потому что мне, честно говоря, задолбало вот по этой лестнице просто так прыгать. Вот честно. Не камельфец это. Я слишком развился, чтобы, блин, такие неудобства терпеть. Так, отлично. И делаем обсидиан. Сейчас опущу генератор, делаем обсидиан. Из обсидиана делаем себе кливер. С помощью кливера, короче, убираю шипы и начинаю вручную фармить мобов. Вот. Такие пироги. Хм. У меня глаза меня подводят. Или цвет мечек и модеров поменяли? Не, не поменяли, все нормально. Аризанов. Так, значит, что мы делаем сначала? Я думаю, на самом деле, сделать-то это весьма просто, если бы не полные мешки камней. А, точняк! Я же хотел показать, ребят! Короче, деревянные сундуки можно, оказывается, здесь улучшать. Причем улучшать их можно весьма-весьма некисло. Как это делается? Оказывается, я вот это только сам недавно понял, да? Для тех, кто играл, вообще, это не открытие вообще нифига, да? Но для меня, который не играл, вот смотрите. Значит, что у нас есть? У нас есть, вот, допустим, один такой сундук, который вмещает 3 на 9. Да? На 9 же? Нет, на 8. Раз, два, три, четыре. На 9, да. Собственно, 3 на 9, да? Мы убираем. Мы делаем что? Мы делаем вот так вот. И вокруг с железом. Мы получаем железный сундук. Причем 2 таких, да? За счет. И он вмещает уже, блин, 9 на 6. То есть 6 на 9, да? Плюс к этому можно апгрейды сундуков вводить. То есть, чтобы не строить, если у тебя уже есть сундук, ты можешь апгрейдить вот Iron to Gold. Дальше Gold to Diamond, дальше Diamond to Crystal и так далее и тому подобное. Это просто охренеть. Вот, допустим, потом мне надо будет апгрейд железного сундука в золотой провести, да? Мне нужны будут куча слитков золота и железа сверху. И дальше ты используешь апгрейд этот на сундук, и все становится просто зашибись. То есть сейчас один этот сундук вмещает как большой, огромный вот этот вот деревянный. Но место экономится просто колоссально. Я больше скажу, я сейчас, наверное, золото поплавлю и посмотрим, как у меня апдейт вообще пойдет. Дальше, так, оп, золото, оп, золото. У меня сейчас и золото добудется достаточно приличное количество, по идее. Оп, вот, у меня золото поплавится, дальше золото в слитках у нас перетечет сюда, у меня всего 3 слитка золота, да, надо больше золота. Нужно больше золота. Вот, а пока что я вот чисто вот здесь вот поставлю эти 2 сундука, пока что, да? А дальше мне надо сделать что? Мне надо немножко разлом... Блин. Мям. Мне надо немножко вот эту вот фиговину мою разломать, чтобы у меня автоматический камень перестал добываться. На время, но перестал. И дальше вот так вот. Плюх! Так, делаем вот так вот. Оп. Так, трансфер ноут у меня пока пойдет сюда, вместе с делалкой, с копалкой. Так, разбиваем второй ящик.
Блин, насколько это удобно, вот серьезно. Жалко, только эти ящики нельзя как бы двойными делать. То есть двойные делают только деревянные. Вы видите, два железных, но они умеют стоять рядом, в отличие от деревянных. Если вы захотите поставить ящик заподлицо рядом с деревянным, у вас ничего не выйдет. Потому что их типа нельзя в три соединить, а они, мол, соединяются по умолчанию. Такие пироги. Короче, круто. Очень-очень-очень круто. Что меня очень-очень-очень радует. Так. Лаву забрали, лаву положили. Классная песня. Обожаю ее просто. Брейден Юин. Ребят, если песенка интересна, заходите, заползайте в мой ВК, там все написано. Точнее, там статус играет. Я пока говорил, я умудрился чуть-чуть прикусить себе язык. Это очень странно. Да, блин, сделали группу ленивый ШП. Привет, здорово, Бокс. Бокс оф геймеру. Сборка называется Project Ozone. Скажи, пожалуйста. Не, наверху написано. Эта сборка называется Sky Factory. В данном случае Sky Factory 2.5 от Bacon Donata. Вот. Поставишь баррель из мода Java. Там влазишь 64 стака чего-то. Мне, во-первых, чего-то не нужно, а во-вторых, мне говорили про эту бочку уже не раз. Нет, я буду себе сундуки улучшать, улучшать и улучшать. Хочу больше, нужно больше сундуков, все дела. Вот, так, значит, как мы делаем этот генератор? Я сейчас обнесу вот так, то есть вот здесь у меня будет лава. Так, здесь у меня будет делаться камень, поэтому я сделаю вот так. Плюс к этому здесь у меня будет вода, которая будет выходить вниз. По идее, все вот так вот просто. Все, что вам надо делать, это вот такую вот фигню. Вот, вот так вот. Вот все очень просто. Так, дальше у нас, вот она у нас, вода пошла вниз. Дальше у нас лава 8, 7, 7, 7, 6. Вот так вот хотя бы камильфо будет. Так, наполняем. Лавы мне сейчас понадобится действительно много. Так, и лаву мы сделаем здесь. Пш. А, низ на полублоках. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо, полегче. Я забыл, что они на полублоках. Я молодец. Ща исправим. Ща-ща-ща-ща-ща. Все исправлю. Действительно, просто забыл, что у меня же основная земля стоит из полублоков. Так-так-так-так-так-так. Сейчас мы сделаем вот так. Кстати, тогда вопрос, почему вода не разливается повсюду, а лава разливается? Так, здесь вот так. Кстати, да, так даже вручную копать удобнее было бы. Оп. Надо, кстати, вот туда вот шлеп. Вот. И сюда так шлеп. Так, и сюда вот шлеп. И сюда у нас пойдет трансфер ноут, по идее, правильно? Так, трансфер ноут, иди сюда. Один сундук мне сейчас понадобится. Трансфер ноут и копалка. Так, дальше мы ставим трансфер ноут. Блин, его можно поставить, на самом деле, по сути, в любую сторону. То есть я его могу поставить чисто сюда, чтобы он мне банально не мешался. И просто сундук сразу прихреначить. Вот, и в этот сундук у меня не... Блин, хотя выглядит не так эффектно, я бы сказал. Ну его нафиг даже где-то. Можно вообще сверху поставить. Оу, что я придумал-то, ё-моё. Можно сделать так. Так, трубы. Кс-кс-кс. Трубы, 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 трубы. Трубы, иди сюда. А как насчет вечернего забега в ОВВ патькой? На самом деле, порз, я не против. После соли можно, в принципе, в Overwatch побегать. Здорово, гр. Меня так учили, как человек учит все, что нужно сделать. Вот такую фигню. Ну, на самом деле, по поводу вот такую вот фигню, меня также, собственно, и в институте учили. Так-с. И, собственно, мы делаем так, так, так. Оу. А можно просто так было, да? Окей. Не, ну как бы я не против, я труп себе сэкономлю. Вот, и, собственно, добавляем копалку. Все. Что? По три? А чё она такая эффективная внезапно стала? Она ж по одному добывала раньше. Не, я как бы не против, ну блин, просто странно. Ладно. Так, хорошо. Этот сундук у меня начинает добываться. Стой. Тихо.
Я тут забыл, что у меня-то вот здесь вот камни до хрена, которые мне надо в мой сундук помещать сначала. То есть мне не нужно два сундука камня, причем вообще не нужно. Мне обычного сундука камня вполне себе хватит. А мне бы сейчас было их два. Ну, кстати, у меня их практически два и будет, по сути. Если только этот сундук не апнуть до чего-нибудь там, до золотого уже. У меня золото, кстати, там должно было поплавиться, так что я могу свой сундук позволить себе апнуть до золотого. Не посмотреть, внезапно золотой сундук может вмещать намного-намного больше наверняка, да? Так, лесенка, платформочки. Так, это можно уже разбивать чисто. Ага. И по идее я должен все это в сундук мям поместить. Ж. Отлично. А, так, после чего мы ставим сюда делку. Она в себя камни забирает. Так. Самогонный аппарат, похоже. Ну, в принципе. Как получить булыжник в Skyfactory? А с самого-самого-самого начала ты, смотри, значит, в Sky Factory ты берешь, ставишь вот такую вот фиговину. Без воды, да? Дальше кладешь в нее вот такие вот ростки. То есть ростки обычного дуба. Тебе нужно 8 шиты ростков. Либо 8 штук ростков, либо листья. Но поначалу у тебя не будет железа, да? Поэтому тебе понадобятся ростки непосредственно. То есть ты, смотри. Оп, сейчас я чищу. Вот, пустой, ты ставишь 8 штук ростков, и вот видишь, они начинают компостироваться. Дальше у тебя компост случается, ты получаешь один блок земли. Вот, у тебя первый блок земли. Дальше ты блок земли, ну, это тяжелое сито, в него блок земли уже нельзя запихнуть. Ты делаешь себе сито, и в нем вот этот блок земли просеиваешь, ты получаешь маленькие камушки. У меня их, наверное, не осталось. Да, у меня маленьких камушков уже не осталось. Вот, и маленькие камушки собираешь в блок 4, ты получаешь обычную коблу, вот одну. Дальше, чтобы сделать, допустим, лаву, ты эту коблу помещаешь в вот такую вот херню. Для этого тебе уже понадобится глина, тебе понадобится порошок костяной, который ты будешь добывать с мобов. Короче, проще пересмотри мой стрим. Вот первую, вторую часть, даже где-то первую. В первой части я, собственно, делал все это. Не проще сделать бочку из джаба? Пока нет. Мне не хочется. При этом, это аграрка и скайблок от ФТБ. Это... Здорово, Юрис. Это Sky Factory 2.5 от ФТБшников. Так, значит, камень добывается, окей. Лава добывается. Сейчас, что я хотел сделать? Я хотел сначала попробовать сделать апгрейд, да? То есть у меня здесь... Да, у меня здесь золота, в принципе, уже хватает. То есть я делаю так апгрейд, я делаю вот так вот. Апгрейд до золотого. По идее, золотой вмещает еще больше. Я не уверен, но надо попробовать. Так, шлеп. Да, золотой сундук вмещает еще больше. И дальше золотой сундук можно в апгрейдить либо в алмазный. Нет, это Diamond Obsidian. Вот, видите, можно с деревянных сундуков, собственно, начинать. Wood to Iron. Ты просто апгрейдишь его сразу в железный. Diamond to Crystal. Silver to Gold. Вот, Gold to Diamond Chest. Мне нужно два алмаза, стекло и блок золота. Два алмаза, по-моему, у меня как раз было на самом-то деле. Да, вот у меня два алмаза. Это все алмазы, которые у меня есть. Я думаю, я их на самом деле... Хотя... Да не, не, хочется. Хочется прям вот не в моготу хочется. Так. Сейчас я сделаю себе апгрейд в алмазный сундук. Потому что я могу. Вполне себе. Так, gold chest, gold to diamond chest. Шлеп. Жалко только он сам не заполняется. Вот я знаю, что у бекона он почему-то заполняется сам. У меня этого автозаполнения самого нет. Что немножко грустненько. Ну, оп, та-дам, алмазный сундук. Вот это я, блин, понимаю вместимость. Да. Кстати, опечатка в названии стрима. Да, знаю, я знаю Таркона. Здорово, Данил. Я вполне себе это знаю, я уже видел. Бывает такой... Пфф, я обычный, совершенно стандартный человек из мяса и костей. Я же могу опечатываться. Так, у меня остается еще один Iron Chest. Я не знаю, куда его пока впихнуть. Ну ладно, пускай он у меня пока что... Ну вот, просто будет, да? Если что, я буду им пользоваться. Так, плюс пайпуха сюда идет, стекла, ведро. Это у меня пока с собой. Так, и, собственно, настало время, я думаю, делать мне много обсидианья. Как у нас делается много обсидиани? Все очень просто. Ты просто берешь сюда вот лаву ставишь. О, в смысле воду ставишь.
у тебя все бочки, в которых у меня лава была, превращаются в обсидиан. Дальше я просто беру раз, два, три, четыре, пять, еще обсидиан. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше такой раз. Я же не зря все эти тигели заполнял лавой, правильно? Вот, у меня огромнейшее количество лавы в итоге родилось, которое превращается в огромное количество обсидиана. Причем, заметьте, добывается это действительно быстро все, да? Так, отсюда сейчас мы будем выравнивать. Так, 5700. Давай отсюда еще. 4700, 5700. Мям. Ж. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 5700 сюда, 5700 сюда, 5700 сюда. Так, ну вот, 5 в остальных по 4700, окей. Так, я, пожалуй, на этом остановлюсь, и мне снова желательно камень заложить, да? Чтобы не терять огромное количество лавы и времени. 24 обсидиана я себе сделал. Возможно, этого хватит. Я не уверен еще в этом. Но, возможно, этого хватит количество. На самом деле, для того, чтобы построить себе кливер, вам надо действительно безумное количество обсидиана. Вот просто серьезно безумное. Так, найс. Лава у нас продолжает делаться. Здесь у нас, кстати говоря, лавы вроде как достаточно, учитывая, что у меня два танка там, да? Два танка, два бака. Я написал скайфуктори. Нажми на тот вопросик Shift плюс ПКМ, и оно все само заполнит. Да? О, спасибо. Вот это, да, это, блин, хорошее, спасибо большое. Это правильно, прям вот шикарно. Так, дальше у нас что получается? Грядки, ей! Больше грядок, богу грядок. Так, у меня получается, что арбузики созревают. Я не знаю, что здесь конкретно можно сделать из арбузов. Я знаю, но арбузы, блин, полезные. По крайней мере, для зелеварения так и точно. Так, отправляем это все сюда. Мне надо земельки побольше сделать, на самом деле, чтобы вот расплодить этих тварей. На моем личном сервере у меня получилось так, что у меня появилась корова, из которой, вот помните, у меня молотый что-то там добывается из коров, да? У меня появилась корова, из которой можно добывать молотую, расплавленную бронзу. Не молотую, а плавленную. Бронзу, мать его. Вы понимаете, что это такое? Просто из коров берешь в ведро, расплавленную бронзу добываешь. Ну, доишь ты корову на бронзу, бывает такое. Поэтому я хочу сделать чуть дальше от себя больше земли, чтобы там с большим шансом кто-нибудь респался. Возможно, даже убить этих коров к чертовой матери пока. Но для этого мне нужен кливер, чтобы я сразу его начал прокачивать. Так, что мне для этого понадобится? Вот у меня есть какие-то части кливера, я его хотел делать из камня. На самом деле я понимаю, что я немножко глуп. Потому что из камня это хрень полнейшая. Кстати, вот этот бы сундук за железного улучшить цены бы не было. Я, пожалуй, этим сейчас и займусь. Но сначала я выкину все, что мне не надо. Я спускаюсь на нижний уровень, подходим к пропасти, такой уи, 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 не, не, тю. Класс. Так, спускаемся наверх, да, поднимаемся наверх. Так, апгрейд до железного. Он делается просто так, to iron. Да, это кусок дерева плюс железо вокруг. Где бы мне взять кусок дерева, ёшкин дрын? Допустим, вот так. Ща все улучшим. Ща как все будет. Так, раз. Ж. До вас. Отлично. Так, апгрейдим сундучок. Шлеп. Мям. А почему не хочется апгрейдиться? Не, ну ладно, я тебя разобью, собственно, не суть важно. Я что-то даже потерял, умудрился. Ну, ладно. А, он необычный, он типа здоровый. Ну, я иди отсюда. Нет. Вот, ну, иди отсюда, правильно. Это необычный сундук, он просто здоровым оказался. Ну, типа, я его пытался улучшить, я думаю, что это хоть на что-то повлияет. Это ни хрена ни на что не повлияло, он просто был, ну, слишком большим, короче. Вот. Так, сюда, сюда. Кстати, ребят, да-да-да, у меня в книжке написано Upgrade the next exciting tinker stool with a metal part. Как мне это сделать? Никто не знает. Мусорка из лавы теперь не в моде, а то ж. Алмазный чест апается? Да. Алмазный чест апается у нас, смотри,
Вот, Diamond to Obsidian chest и Diamond to Crystal chest. Что лучше, кристальный или обсидиановый? Я не знаю, я, кстати, могу его прямо сейчас сделать обсидиановым. Вот прямо сейчас, вот просто взять и сделать. А почему, блин, нет? Я даже не, я не знаю ни единой причины, которая меня от этого может отговорить. Шлеп. Обсидиан у нас просто попы кушает, поэтому почему бы не апнуть? Так, шлеп. Вот он, обсидиановый сундук. И еще больше пространства. Охренеть можно. Да и красивый, блин, слов нет. Так, обсидиановый сундук, интересно, до чего-нибудь апается или нет? Вот обсидиан част. Diamond to Obsidian. Не, видимо, это уже вот, вот край. Видимо, это просто реально край. Вот обсидиановый сундук — это крайний край. Diamond to Obsidian, Diamond to Crystal. Собственно, вот кристальный он чисто, видимо, красивенький. А обсидиан просто, блин, я бы не сказал, что он некрасивый. На самом деле, он классно выглядит. И у него огромная вместимость. А если поставить несколько таких и все соединить трубочкой, ну, в смысле, вот таким пайпой, то, в принципе, можно, наверное, очень большое хранилище создать, правильно? Шака, что это за розовая броня, можешь показать у тебя в ней? Что за розовая броня? Вот это, что ли? Это Elementum Chestplate. Это из ботаники. Это мне все потом предстоит делать, потому что это все в ботанике выращивается. То есть это слитки новые, непосредственно которые модом ботаника введены. И это мне только предстоит, ребят. И это я все буду делать, не волновайтесь. Всему свое время, это точно. Так, так, время еще обсидиана добыть себе. Потому что 8 обсидиана я как бы потратил. Много потратил. Сейчас я буду опустошать тигли от и до тогда. И заново в них насыпать камешки тогда. Просто по максимуму обсидиан сейчас добуду, да, и заново буду тигли наполнять камнем. Снова долгая работа предстоит. Хотя у меня здесь тигли просто невероятной вместимости, вот конкретно сейчас. Поэтому обсидиан у меня, блин, жесть, какое количество сейчас выйдет. Если я все реально тигли хочу опустошить. Ну и, кстати, удобно. Ребят, возьмите на вооружение. Я понял, что это одна из самых удобных схем, которая мне вообще в голову приходила. Вот по поводу делания обсидиана. Не знаю, я ее ни у кого не видел, я не думал, что я буду так обсидиан делать, да? Мне просто вот в голову пришла такая, типа, удобная схема. Все это дело наверху, внизу у меня обычные каменные ведра, в которые я, собственно, обсидиан, не обсидиан, лаву буду складывать, да? А в итоге оказалось, что это одна из самых удобных схем по добыче обсидиана вообще, которая есть. Просто потому, что у тебя вода по прямой выливается, и ты получаешь чистый обсидиан каждый раз. Так, что у меня там еще есть? У меня есть 3000 здесь. Оп. И, собственно, здесь еще 4К. Ну, как раз. Это последний обсидиан. Дальше я наполняю просто так лавой. Чтоб у меня лава была на всякий случай. И камнем надо заполнять. Просто каждый раз, проходя мимо, сюда надо будет вкидывать камень. Вот и все. Все, у меня все пустые, нафиг. Камня у меня с собой нет. Мне надо каждый раз с собой камешек оттаскать немножко. Вот. И просто проходя мимо, закидываем сюда камней. Вот и все. Пускай они в лаву переплавляются сами. Полезное дело. Так. Дальше. Сюда так непривычно видеть настолько огромный сундук. Жесть. Чистый обсидиан. Типа того. Ботании, а не ботаники. Окей. Йорис, я постараюсь. Здорово, Флатушка. Добра всякого тебе. Уважаемый, нет желания... После Overwatch завалиться. Влад, как насчет Overwatch'ки сегодня вечерком? Ну, только пор за вечерком будет это... После того, как я еще в Сольку поиграю. То есть у меня сегодня по плану Майн, после Майна Солька, а потом можно и в Overwatch'ку сходить. Лерка, кстати, с нами или Лера сегодня работает? Влад, не знаешь? Так, обсидиана до хрена. Я бы даже этот сундук до золотого на самом деле улучшил. Почему бы и нет? Так, ферма развивается, что меня не может не радовать. Еще больше арбуза, еще больше всяких посадок. О, кстати говоря, миника. Так, семечко. Для чего вот эта вот хрень вся делается? Для того, чтобы из вот этих семян, которые я сажаю, делать потом просто невероятные вещи. Вот смотрите, я так сделаю. Минико. Ме. Мини... Миникио. Минисио.
ну неважно, да? Вот из него делается просто невероятное количество разных вещей. То есть это coal seeds, dye seeds. Просто куча различных семян, которые мне потом, по идее, надо будет сделать. Fire seeds даже можно сделать, это просто жесть. Вот, и все эти семена мне надо сделать. Вот у меня третья эра, farming age, да? И вот оно. Craft an iron seeds, craft a diamond seed. Да, крафт Зивика Infused Armor. Я не знаю, что это такое, мне только предстоит. У меня сейчас вот, вот это вот смущает. Как мне апгрейдить? Потому что я пытался апгрейдить с помощью металла, так с помощью, точнее, железа, да? С помощью железа нельзя делать никакую часть. Вот мы смотрим самую простую. Здесь камень, кремень, кактус, кости, обсидиан, недеракт, таумиум и так далее. Здесь нету айрона. Лерк сегодня несколько не дома должна быть, если я правильно помню. В общем, с телефона в очередь она не зайдет. Понял, что такое капсид? Это капслок, это большой, ну, типа, большими буковками писать. Не надо так. У тебя в задании заапгрейдить инструмент с помощью, с частью из железа вроде бы, да. Только я не знаю, как это сделать. А что так, ХС можно с телефона, пусть Overwatch запилит. Да, хрен ли нет, Overwatch-ка с телефона, на тачпад, не, на Nokia сразу, чё уж там. Нахрена нам мелочиться, сразу на Nokia сделаем. Блин, как мне прет этот сундук обсидиановый, вот честно, очень сильно прет. Он такой здоровый, просто слов нет. Так, наполняем дальше. Лавы опять же надо очень-очень много. Шлеп. Блин, удобство. Мне сейчас причем этот камень понадобится опять же в жутких количествах, но... Но-но-но-но-но. Я даже кливер отложу ради этого. Так, ведро откладываем, ведро откладываем. Так, теперь мне нужна куча железных палок. Сейчас покажу. Мне пора построить, собственно, пол под базой, да? Поэтому я сделаю так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Почему пять? Не знаю. Криво, ватый я. Вот. Так, и мы берем просто вот так вот. В себя. Лепота, лепота. Так, плюс мне к этому понадобится, конечно, огромная куча факелов. Ну, да ладно. Так, что мы делаем? Мы просто делаем раз, и два, и три, и четыре. Просто мы под своим этажом, да, вот под своим полом строим еще один пол. Чтобы, если что-нибудь у меня упало внезапно, либо я сам свалился по дурости по своей, чтобы у меня все это дело не пропадало, чтобы у меня был реально еще один страховочный пол. Это, кстати, полезная вещь, я ее уже оценил у себя на сервере, на отдельном, да. Потому что я падал и не раз. Я думал, что я научился играть в Skyfactory, оказывается, нет. Я, по-моему, сдох раза 4. Причем еще 3 раза я сдох сверху, когда пытался добыть. Ну, вы помните вот эту эпопею с могилкой с моей, да? Поэтому, блин, еще один пол не помешает лишний. Вот серьезно, просто не помешает. Так. Хорошо, пол будет... Я даже не знаю, туда мне, наверное, не надо пол распространять. Хотя, по сути, можно и под всей базой его сделать. Уж камня-то мне точно хватит. Факелов надо только побольше себе поставить. Вот я слышу, как там скелеты умирают, нормально. И не только скелет, кстати говоря. Эх, автоубивалка великолепно работает. Так-с, так, 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 так. Кстати, была идея сделать это все из полублоков, честно отвечу, не хочу. Хочу, чтобы у меня чисто было из всего. Кстати, блин, здесь не попрыгаешь. Чуть-чуть. Мне все это надо раскопать и сделать на один слой ниже? Серьезно? Что-то мне этого как-то не хочется делать. Серьезно, опять же. Блин. Так, 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 так. Если я такой не очень, я сделаю еще проще. Я сделаю... Фух, с богом. Так, я сделаю вот так вот. Оп, давай, 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 давай. Ать. Найс. Так, после чего я сделаю вот так, шлеп. По идее, у меня ничего здесь поломаться не должно. Так, и значит, что мы делаем? Мы делаем просто вот здесь вот еще один слой, просто ниже. Вот и все. Ни больше, ни меньше, просто ниже. Так-с. Главное держать shift. Shift наше все, блин, сейчас. Потому что еще раз умирать и делать очередную эпопею что-то с этими... С кладбищем как-то не очень сильно хочется, вот честно. Вот абсолютно честно. Да, надо сделать кливер, надо переубивать нафиг коров.
с курицами. И надо дождаться, пока у меня новые коровы с курицами расплодятся. Причем я хочу каких-нибудь особенных коров. С молотом, там, я не знаю, обсидианом, например. Кирку попробую запилить с обухом из железа. Дело в том, что из железа не делается обух, понимаешь? В этом вся фиговина. То есть нельзя просто так взять и сделать какую-либо тинкер спарт из железа. Они не делаются. То есть они банально сами не могут делаться из железа. В этом вся фишка. Я бы сделал давно, вот честно. Но они не делаются. Как бы мне от этой воды избавиться, блин? Пожалуй, здесь понадобится ведро. Причем, может быть, даже не одно. Аллилуйя. Где бы мне ведро-то взять такое? А где мне взять такое ведерко? Так. Да, еще и факел сразу надо сделать. Да-да-да-да-да-да-да. Так, факелов понадобится большое количество. Шлеп. Охренеть, что ты. Немножко эребор. Совсем на капельку. Ты в космосе? Да, в абсолютном. Привет, как дела? Здорово, да вроде неплохо. Не дописал, обсидиан настолько чистый, что можно в десны втирать. Так это же в плавильне. Ты что, не знал? Я пробовал делать части. Вот ты имеешь в виду вот здесь вот выплавить, да? Просто вместо слитков поставить что-нибудь, выплавить и улучшить, да? Я пробовал так сделать, но у меня почему-то не получилось. Я не знаю, может, я криворукий и рукожоп, да? Но, блин. Серьезно, у меня просто почему-то это дело не получается. Скорее всего, действительно, я просто криворук. Я это сейчас попробую исправить, свою криворукость, но, серьезно, не обещаю вообще ничего. Я очень сильно попробую, но не обещаю. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Ну, допустим, я отсюда уберу воду. Выглядит офигенно просто. Просто и так кончалась вода. У меня аж подлагивать начал. У меня FPS просел от того, что вода уменьшается. У меня реально FPS сейчас проседает от того, что вода уходит. Жесть. Так, ладно, продолжим строить. Ничего не было. Не было ничего. Ну еще бы такой пласт воды просто уходит вниз. В небытие. Я бы на месте FPS тоже просел. Так, еще факелы. Мям. Только здесь надо сделать так вот шлеп. По-прежнему все очень ровненько. Так, дальше делаем. Причем я так полагаю, что я ограничусь вот, собственно, вот такой вот шириной. И все. Мне дальше не надо сделать. Только вот в ту сторону еще чуть-чуть. И, собственно, все. Второй пол под моей базой будет построен. Пол, который называется «На всякий случай». Вот, вот «На всякий случай». А то мало ли что случится. Вот, собственно, вода почти ушла, лагать перестала практически, да? Так, ну что ж, сделано. Окей же ж. Да, неплохой такой защитный пол. Пускай будет. Что-нибудь... Так, с помощью золотых пластин сделай форму из алюминиевой латуни. А что, обязательно из латуни делать? Здорово, Шелей. Привет, да... Серьезно, с помощью латуни надо сделать? Посмотри гайд по тинкерсу. Сейчас гляну. Блин, меня этот паук смущает. Оу! Этот паук меня смущает еще больше. Вот же охрен... Сволочь! Он просто вот сюда забрался. Он просто забрался и порушил мне, блин, все вообще. Шняга. Не люблю пауков. Так, ладно. Так, это, по-моему, был один и единственный паук, который у меня оставался там. Поэтому, ну, о том, что он умер, можно не горевать вообще. И, скорее всего, других пауков у меня просто банально больше не будет. Я, по крайней мере, на это сильно-сильно надеюсь. Так-с, оп, еще одна семечко, еще одна эссенция. Так, отлично. Так, веревку я складываю сюда. Знаете, что я только хотел посмотреть? У меня же до грядок это, по идее, защита не доходит, да.
Здесь надо грядки немножко раз того самого подправить. Так, сейчас. Раз, два, три, четыре. Так, хорошо. Надо чутка подправить грядочки здесь будет. То есть я делаю вот так. Раз, два. Раз, два. Так, это мы вырубаем все. Так, строим дальше. Раз, два, три, четыре. Факелы. И, собственно, с этой грядкой делаем абсолютно то же самое. Чтобы у меня по воде никто не забирался. Как вот только что этот паук, он, я уверен, залез просто по этой воде. Для грядки. И это не камельфец, честно говоря. Вот. И пускай у меня грядочка будет, собственно, тоже обнесена полом каменным. На тот случай, если я внезапно с грядки что-нибудь потеряю. Не надо так. Так, практически полностью обнесена. Только вот здесь вот еще чуть-чуть. Так. И вот так вот. Найс. Ух, так. Нужно в плавильне сделать форму и вылить, как в слитки золота. Да, supply, я понял саму идею. Я не понял, почему мне это не получалось. Возможно, я говорю, я опять же криворукий ракозад, да, примерно. Поэтому я не смог этого сделать сам. Сейчас посмотрим, что у меня не получалось и получится ли. Кстати говоря. Так, сейчас все сделаю. Сейчас будем делать, ребят. Только давайте я сначала вот... То, что я хотел сделать давно, это сделать себе кливер вместо рапиры, да, и убить всех коров. Вот я это сначала сделаю, а потом я займусь тем, что добуду себе еще железо. Потому что железа у меня нет, у меня есть только дохрена меди, на самом деле. Тинора есть дохрена, сильвер оры, кстати говоря. Еще сильвер оры, еще тиноры, платина даже есть внезапная. Пороха дохрена ли он сверху, ну а так, мям. Ладно. Значит, так, теперь мы камень кладем пока что сюда. Ведро, кстати, отправляется сюда. Так, мы берем обсидиан. И мне нужны формы. Теперь мне действительно нужна форма. Мне нужна форма вот эта вот, Large Blade. Мне надо две палки. Нет, это не палка. Вот эти вот две палки. Плюс мне нужна вот эта вот плита. Так. И, собственно, здесь мы делаем... Этот блейд, вот он здоровый. Я, кстати, как увидел урон в одно сердце дюрабилити 89, я немножко поплакал. Но потом оказалось, что это все проще, потому что с помощью, видите, дюрабилити модифайер, то есть еще модификация дюрабилити есть сверху. А здесь еще урон прибавляется сверху, опять же. То есть в итоге это все получается очень-очень-очень прикольно. Так, мям. Вот он. Та-дам! Протинкерер. Я даже ачивку заработал. И вот, собственно, вот этот убер-супер-пупер тяжелый нафиг меч с уроном 5,5, шансом обезглавить. То есть это обезглавливание. Короче, мне просто так дается голова, да? И дерибильти в 571. Это охренеть. Где-то вдалеке плачет один Питер Паркер. Да ладно, нормально ему все. Пришел из автоэлки, чтобы отомстить Шаку. Секунду, да прости уже мои сообщения. Так, смотри, сделай сплав алюминия латунь. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Да не, Юрис, я понял, как это делается, не волнуйся. Я знаю, как это делается, я прочел это вполне. Я это сделаю чуть позже просто. Имейте терпение, ребят, серьезно. Так, секундочку еще. Вот, к сожалению, насморк у меня терпения не имеет. Ах, господи. Когда-нибудь он меня точно убьет. Но только не сегодня. Так, плюс сверху. Что мне надо? Мне бы надо как-нибудь его улучшить, причем я даже не знаю. Как бы мне улучшить этот обсидиан кливер? Наверное, пока что никак. Так, сначала я положу все на место. Так. Теперь, собственно, с этим двуруком я пойду убивать коров. Тут-тут-тут-тут-тут. Здравствуйте, цыпочки мои. Так, ня. Ну-ка, корова, ваншоты. Да, хорош. My god, is that amazing. Спасибо за follow. Я даже с коровы получил мини-кэссенс. Это так забавно. Я не знал, что так можно. Да что, так можно было? My god, is that amazing. Спасибо за follow. Овцу тоже убьем. Овца не суть важна вообще сейчас.
Так, и еще одну курицу. Все, чистое пространство. Сейчас будем надеяться, что у меня появятся новые какие-нибудь очень классные животные. При этом мне надо туда еще земли подбрить достаточно приличное количество. Так, оп. Миника эссенс и шерсть. Шерсть сюда у нас идет. Кровать у меня, кстати, есть, так, на всякий. Но мне нравится здесь ночью. Мне еще нравится ночью, когда можно просто так вот стоять и ни хрена не делать на самом-то деле. Так, мне нужна одна семечка. Дайте одну семечку. Спасибо. Так-с. Еще миника эссенс у нас готова. Мям. Вот. Та-дам! Пятая растет. Шикарно. Так. Теперь мне нужно гораздо больше земли. Для этого мне надо сделать еще вот таких вот бочек деревянных, да? И освободить их, пожалуй. Одно но. У меня же были эти бочки. Во, я же говорю, были эти бочки. Я точно помню. Так, наш супер-пупер-мега-топор. Опять же, можно не волноваться, что, например, бочки упадут. Вот, а здесь, кстати, молтен блютониум как раз есть. От коровки. Блютониум от коровки. Только у нас, только для вас. Как-то даже звучит, по-моему, не очень, да, ребят? Так-с, отлично. И, собственно, сейчас мы будем получать землю в увеличенных объемах. Мне, кстати, понадобится, по идее, стак и 16. Да? Чтобы это все дело закопать. Ну вот, собственно, с помощью листьев непосредственно я сейчас буду делать себе кучу земли. И эту кучу земли я потрачу туда, чтобы у меня животные на чуть дальше земле от меня респались бы. Лучше иметь жизнь, чем иметь терпение. Да. С этим сложно не согласиться, Аризанов. Если у тебя жизни не будет, не будет и терпения, ваш капитан. Так, и дальше я, собственно, смогу еще ростки посадить. Not bad. Так, ждем пока землицу, родную нашу. Пока что у меня печка проставит, надо попробовать что-нибудь выплавить еще сверху. Допустим, я буду тин ора выплавлять, да? Раз, два. И, допустим, буду серебро выплавлять. Я не знаю, только тин с серебром сочетается или нет. Будет ли из них какой-нибудь сплав, опять же, внезапный для меня. И это будет Галилео Эксперименты. Еще алюминий туда же. Вот это вот настоящий Галилео Эксперименты. Я хрен его знаю, что я сейчас буду делать, но это будет весело, по крайней мере. Ага, уже не умещается. Мне надо еще один слой. Так-с, шлеп, 9. А 9 хватит? Нет, мне надо гораздо больше. Надо еще камень будет плавить, просто жуть. Ну ладно, мем. Как бы сюда забирать? Интересно, если я лестницу поставлю сюда, она же не сломается, правильно? Печка же не должна сломаться от лестницы, насколько я понимаю, печки. Лесенка. Иди сюда. Я думаю, здесь печка ничего не произойдет, если я просто сюда поставлю лестницу, да. Так, дальше мы сделаем вот так. Вот. Я сразу поставлю еще одну лестницу. Так, раз, два, три. Раз, два. Ну, почти готовая печка. Вот почти, чуть-чуть не хватает. Так, и, собственно, у меня что-нибудь да получилось, видимо. Молтен алюминиум, молтен тин. Не, ни хрена не получилось. Никакого супер-пупер-убер сплава не срослось. Жаль. Ну да ладно. Землю можно компостить еще из гнилого мяса. Да ладно! Серьезно? А вот этого я не знал. Я про листья-то узнал, ну, в смысле, про листву мне на стриме сказали. Если ее можно из гнилого мяса компостить, и этого добра у нас навалом, блин. Слушай, если это правда, то спасибо большое за совет. Это действительно отдельная вещь. Так, что у меня там пока есть? О, лутбэги пошли. Рарный лутбэг. Ну-ка, что ты мне дашь? Вау. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Базальтовая палочка. Окей, седло тоже окей. Chance cube. То есть это просто кубик, чтобы кидать. Это... One is lucky, one is not. Давай этот выберем. Мне не повезло. Эй! Блин, это классная вещь, я еще хочу себе такой. Подожди, ну-ка. О, господи, это что было? Что? Вы шутите нахер? Где он? Где он, твою мать?
Откуда, твою мать, у меня здесь газ? А, это не газ, это вот несчастливый куб, видимо. Нет, иди сюда. Сюда. Это серьезно? Это невидимый газ, который я должен, которого я должен убить? Это невидимый газ, которого я убил! Охереть можно! Несчастливый кубик твою налево! Я чуть речь не потерял! Это было пипец как странно! Вот это подгодка. Не знаю, кстати, Тасмит, у меня вроде все, но ок. Здорово, Донфингер. Привет всем, здорово, Лоли Бро. А ведь сегодня бы все признать свой. Unlucky. Да не говори, never luck, блин. Ну это было что-то с чем-то, конечно. Невидимого гаста вот так вот словить. Это, блин, блинский, блин, всем блинам, блин. А вот представляете, если бы у меня все из дерева здесь было. Я не уверен, что газ дерево пробивает, но он поджигает же, правильно? То есть, если бы у меня здесь все было из дерева, я оказался бы в глубокой жопе. По-другому даже не скажешь. Кстати, мясо надо уже по 10 штук на каждую из этой фигни, не по 8. Блин, ну это интересно, конечно, мясо превращать в землю. Это прям... да. Это пипец, короче. Еще невидимого гаста звали. Блин, у меня до сих пор мураки. Блин, бегают. Так, землю пока сюда. Порох сюда. Так, ребят, 2 минутки дайте мне, я свет в этой визуте. Да не говори. Я свет у себя включу, а то у меня реально потемнело что-то резко. Видимо, улица. Сейчас, секунду. А, нет, Асмит, реально, у меня на улице тоже сейчас пипец начинает твориться. Чё-то тучами заволокло прямо небо. Такое чувство, как будто сейчас дождь ливанет, причем весьма не кислый. Но пока что с неба сыпется только тополиный пух, жара, пипец. Надо еще сетку переклеить, ну такое. Жуть, короче, ух, просто жуть. У меня за окном ливень и гроза, видимо, к нам придет Тасмит. Судя по всему, у меня то же самое будет. Хорошо, что это не невидимый сушитель, да, блин, это очень хорошо. Хотя я не уверен, ты знаешь, возможно, он отстанет от меня, когда я сдохну. А вот если бы он, когда я умер, не отстал бы от меня... О, эндермен, кс-кс-кс-кс-кс-кс. Мне нужна жемчужина эндера. Так, блин, как туда быстро попасть, ё-моё. Так, сито. Эндермен, секунду. Where are you going, эндермен? Кливер! Даблшот эндермена, потому что я умею, потому что я могу. Потому что у меня могучий... меч в руках. Так, давайте-ка я сделаю вот так вот пока что, ребят. Раз. И два. И три. Идите сюда, ребятки. Я вас рубить буду. Мой меч ваши головы рубил вообще. Маловато их, конечно, пока. Заодно весь лут будет собираться, как бы, да? Но мне нужно свой меч прокачивать, конечно. Прям очень сильно нужно. Неужели никого нет? Ё-моё. Ладно, я отойду, я подожду. Они же должны быть в 25 блоках от меня, чтобы точно респаться. Ну вот, собственно. Надо подождать немножко. Хорошо, кстати, что газ не взорвал мою спаунилку. Вот серьезно. Не сжег. Иначе все те мобы, которые бы там были, если показались наружу, я бы, наверное, пожалел о том, что я был так неаккуратен. И не сделал ее из камня, например. Так, больше тыквов. Богу тыквов. Такс. Оп. Найс. Так, шаг привет. Здорово! Аспираго. Аспираго. Прикольно. Такая же хня. Позавчера годище было, сугробы лежали. Ни хрена себе, это где у тебя так? Чтоб сугробы лежали в июне. Это, блин, интересно. Так, берем 20 камня. Бежим туда. Значит, мне нужно больше спаун животных, так ведь? Поэтому сейчас здесь мы делаем 3 земли, чтобы было камильфо. Так, и здесь мы разбиваем, чтобы было еще больше камильфо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
И учитывая, что это 7, то есть у меня это отнимет 14 земли, я могу даже 2 линии теперь сделать. Именно подальше от своего дома, чтобы был больше шанс того, что существа у меня все-таки зареспаются. А почему ты не хочешь это делать? Не, ну давай так. Во. Найс. Отлично. Все, пускай животные респаются. На свой страх и риск, не дай бог, они окажутся неправильными. Так, у меня осталось 3 земли, что неплохо. У меня остался еще один камушек. Кстати говоря, по поводу камней, надо снова наполнять тигли. Вот эти вот мелочи жизни, которые тебя преследуют в Майнкрафте, на самом деле обладают своей привлекательностью. Просто такая вот небольшая рутинная работа. Ну, наполнять тигли, например, чтобы лава была, да? Так, еще. У меня там что-то должно было выплавиться уже. Фериосайгнинг. Видимо, все. Да, вот алюминий, тин выплавился, инвар, блин, есть, серебро тоже есть. Not bad. Так, теперь мне надо достроить эту, собственно, хреновину. Поэтому мы берем камень себе. Так, ставим 24 камня. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Сейчас этот камень выплавится, 24 камня мне дадут 12 кубов, 12 кубов дадут мне 3 блока, а мне надо, блин, 5 блоков. Ладно. Я сделаю еще разок такой заход. Так, раз, два, три. Блин, что-то перебрал. 24, вот так лучше. 24 и 24, можно даже в 2 захода это все сделать. Каким раком, черт его знает. Че, немного подождем. Голд яблоки делать не будешь, а зачем зону? Громко гремит, кусты трис. Угу. Ты же хотел свой убер-меч прокачивать, убивая мобов. Да, хотел в Акедон, просто мобов там не было. Сейчас я поставлю 24 и вернусь и посмотрю, мобы там вообще, блин, появились или нет. Просто, понимаешь, я был близко, пока убивал Гаста, пока убивал Эндермена. Они не хотели респаться, даже в полной темноте ночью. Вот, им было просто на меня пофигу, честно и откровенно говоря. Сейчас посмотрим, если там мобы появились, я буду убивать их. Если не появились, то ну сорян, ну что поделать. Мобы вот тут. Что-то похоже на... О-о-о, у меня греметь начинает. О, что ты выкинул меч свой? Так, давай, ня. Ваншот всего и вся и всех, ня. Это так прикольно на самом деле таким кливером орудовать, вот серьезно. Такая убер-дилда получается, прям такой. Еще шанс обезглавить, то есть шанс получить халявную голову, просто так, за нихрена. Так, у меня сверху никакой дырки случайно не образовалось, блин? Нет, это нужная дырка. Ня. Здесь мобы еще такие странные, они так странно орут на тебя, таких. Как овощи. Вот типа того. Посмотреть, что ли, где они там, ё-моё. Они почему-то не хотят ко мне идти сюда. Это очень странно. Блин, не надо так больше делать, я понял. Они как будто здесь есть, но как будто их тут нет. Блин, они не хотят ко мне идти. Ребят, я тут. Вот. По-моему, они с полок очень сильно неохотно падают. Я не знаю, как их заставить быстрее падать с полок. Кроме как привлекать своей рожей. Он такой, ребят, уху, я здесь. Что? Мне показалось, или это ифрит был? Это в натуре ифрит, что ли? О, хеликоптер хэт, уху! Так, сейчас. Где это хеликоптер хэт? Та-дам! Хи-хи-хи! Почему бы нет? Так, ребята, я тут, иди сюда. Оп. По-моему, это реальный фрит был. Ты стримишь Айзека? Да, конечно. Айзек — это моя основная игра. Не говори, я тыщу. Так, еще и фиолетовый, точно убердил, да? Но то, что оно фиолетовое, я не виноват, кстати, что обсидиан превращается в фиолетовую хрень. Вот правда, это не моя вина. Оу. Кстати говоря, not bad. Я сейчас смогу вот так вот сделать себе. Так, 12 миника эссенс. Мистикал Ео Пентал. Питал. Мани. Спасибо большое за донат, Юрис. Удачного стрима. Удачного стрима, спасибо.
Кстати, заметьте, бобец озвучки говорит стрима, а не стрима. Почему-то я привык к стрима говорить. Давайте рэр, ну точнее анкомановские лутбаги все-таки. Или дождаться одного рарного. Не, анкоман. Опа! Отлично. Pulverized Coal тоже неплохо. Это что такое? Tier 1 Chance Pedant. Increase the chance of chance cubes. Блин, это как раз увеличивает шанс на кубики, короче. Это то, что мне просто необходимо нафиг. Она никуда не сюда вешается. Only needs to be in player's inventory to work. Ага. Просто должна быть в инвентаре. Ладно. Если я встречу еще один долбанный кубик, эта хрень у меня будет в инвентаре. Так, железная палка, плюс. Охренеть! И броня, и штаны сверху, причем зачарованные. Причем целенькие такие. Protection 3, Protection 2, Blast Protection, Projectile Protection, Fire Protection. Охереть можно. Еще и Dark Boots. Охренеть приоделся. Просто охренеть можно. Вот это я понимаю, Uncommon Bar. Это Uncommon. То есть это кал, это шлак, это хрень. Что это такое, мать его? Что ты такой и с чем тебя едят? Я это что-то убил еще сверху. Я не знаю, что это, но я его убил. И он дал что-то еще. Нитр. Он дал нитра. Короче, блин, странные странности случаются здесь. Вот честно. Так, это все я помещаю наверх, это тоже. В принципе, я даже не клю сюда помещу, потому что, ну, если я хоть когда-либо соберу... Так, 6. Если я когда-либо соберу еще один шансовый кубик, да, то он у меня здесь будет. Так, ребята, я тут, уху. Мне, кстати, надо заделать эту дырку просто потому, что в нее падает свет. Пускай мобы респаются. Вот. Фиолетовый бердил, вспомнил я, похоже, оружие Saints Row. Да, Флат, мы же о нем и говорим. Только там есть такой убер-фиолетовый супердилда. Кстати говоря, мне внезапно понадобится еще один камень. Такс. Оп, вот. Такс, теперь камешек мы помещаем сюда. Ага, идем, собственно, пихать дохлую гнилую плоть. Гнилую плоть, собственно, чтобы из нее земелька делалась. Земли надо многовато. Белый фриз, что-то вроде этого получается, но он был то ли невидимый, то ли это просто облачко такое пх, было. Я не понял, что это такое, честно. Я первый раз такое видел. Называется Блиц. Ага, окей. У меня гром такой, что у меня впервые машина орет от этого. Да ладно, у меня столько раз гром был такой, чтобы машина от него орала, что это уже привычное явление. Так, зомбарь, Иван, что-то где? О, там идут. Шлеп. И шлеп. И еще. И еще хочу. И давай, шлеп. Хи-хи-хи. Кливер прокачивается по чуть-чуть. Он медленнее прокачивается, чем рапира, потому что я ваншотаю всех, а рапира там несколько ударов надо было. То есть, чем больше ударов ты делаешь, тем лучше у тебя все прокачивается. Логика. Кстати, там моб может зарезаться внезапно. Лучше, чтобы этого не было. Шлеп. Вот так, на всякий-всякий. Так, хорошо. А, теперь, так, мне надо улучшить вот эту вот хреновину с помощью палки, как вы говорите, да? Сейчас у меня только эти появятся. Вот, 34, давай 35-36 сейчас будет. Так, мне нужно больше железа. Чтобы было у меня больше железа, мне надо сейчас немножко будет поработать этой... молотком. Чтобы немножко поработать молотком, мне надо еще один убер-зубер-попер-молот сделать. Почему-то мне здесь делают два обсидиана. Я не знаю, что они здесь делают. Они, кстати, откуда-то. Они просто отсюда. Ну ладно. Такс. Молотка дюрабилити 113. Железо у меня получается... Не, мне молотка вполне себе хватит, кстати говоря. Не-не-не, все. Этого молотка вполне себе хватит. Так, одно но. Мне надо 9 камня и спрессовать его. Так ведь? Так ведь. Так, шлеп. Так, и... Раз, два, три, четыре, пять. Та-дам! Печка стала еще круче, еще больше, еще эффективнее, еще прям вот в ощепе. То есть теперь этот ползунок теперь двигать вообще можно. Сейчас мы возьмем себе еще больше камешка. Сейчас я его поплавлю. Поплава.
Так, да, кстати, надо сделать вот так. И надо сделать пыщ. Та-дам! Просто куча камня плавится сразу. Найс. А, значит, оставшийся камень у меня пойдет ради лавы. А лаву мне сейчас понадобится. То есть лаву надо перенести именно в заполнение вон той. Хотя не, пока еще рано. Мя, лень. Я извиняюсь. Так, теперь мне надо 9 шестого камня. Сколько здесь его? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть вот посюда. Тррр. Просто провели линию, собрали 9 шито камня. Довольные, слов нет. А, так, теперь надо вот так вот сделать. Нет, не так сделать. Хотя нет, стоп, так сделать. Так, 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 так. Я хочу попробовать сделать одну фиговину. Ну, где ты? Ага, компресс кобл все-таки здесь должен быть где-то, да? Фишка в том, что я, как мне вот так вот, чтобы не вот так вот вот перетаскивать, как мне это все выкладывать непосредственно сюда? То есть как мне сделать вот, вот так вот, вот вот, чтобы это не вручную все, блин, делать? Я знаю, это можно как-то сделать, только я не знаю как. Так, ну и, собственно, полетели, что ли. Оп. Самое время чатик почитать. Все же ферму надо сносить и делать лучше. Почему, Аризанов, почему сносить надо? Хорошо, что из гнилой плоти зомби не встают, как вазики. Это да, это безумно хорошо. Плавил бы прессованный камень, привет. А чё, так можно? Хм. Ну, здорово. Мне-то что-то в голову не приходило. Но если можно плавить прессованный камень, тогда ок. Тогда я это сделаю. Так, и уии, вниз полетели. Неэффективно. Не, Аризанов! Чтобы сделать... Я читал книжечку, фишка в том, что в книжечке написано, короче. Чтобы сделать эффективной эту ферму, надо сделать... Так, метод... Вот. Use a sprinkler to water farm. Does not work on magical crops. А, фишка в том, что здесь есть ороситель, который увеличивает скорость созревания плодов. Но не действует на магические растения, типа мини-коэссенс, да? Вот, поэтому... Мне надо просто этот ороситель понять, как с ним работать, и сделать его. Потом я могу увеличить ферму в ширину, то есть, ну точнее в длину, вон туда, короче, да? А, увеличиваешь ферму, ставишь оросители по бокам, они работают еще как блок воды, я чуть-чуть... А, про ферму мобов, я думал, ты про обычную. Не знаю, мне кажется, просто подождать надо, ты знаешь. Она вроде достаточно большая, земля там тоже есть, на которой респаются. Я не знаю, почему они не респаются сейчас. Возможно, не хватает 25 блоков на самом деле. То есть я постоянно нахожусь вот здесь вот, и, возможно, просто не соблюдается правило в 25 блоков. Черт его знает. Возможно, и не очень, и слишком мало количества блоков построил. Но, по сути, этих блоков должно хватать, то есть они должны там появляться. Зажми Вейнмайер. Нельзя, Best. Фишка в том, что он не работает на спрессованные вещи. То есть, смотри, я зажал ее. Видишь, он не работает. Он вообще не работает. Поэтому приходится вот так вот вручную копать. My girl, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Собственно, к сожалению, тот ее копалка, которая у меня есть, она не работает на спрессованные вещи. Такие пироги. Честно, я не знаю, какой лучше. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. У меня в 31 блоке от меня начинается земля. Рифмовато слишком. Вот. Рифмовато. Но я не знаю, почему животные просто так не появляются. Здравствуй, Шак. Здорово, Алекс. Он парамобов плохих. Господи, ё-моё. Аризанов, тогда, блин, я на самом деле все привык объяснять, ты понимаешь, но выражайся тогда конкретнее, что ли, про каких ты мобов. Если ты вот про этих мобов, то как... А, ты имеешь в виду улучшать, чтобы их... Чтобы они сплавлялись чаще, что ли, или больше? Их на самом деле появляться достаточно часто, достаточно большое количество, просто они почему-то не... С того самого. Они вниз, короче, не слетают. Возможно, надо делать там, я не знаю, прям... Я не знаю, как это без воды сделать. То есть, как их заставить именно идти на меня. Вот чего я не могу понять. Здрасте. То есть, они не падают со своих полок, вроде как. И водой даже сюда
при того самого, но... Как мне еще лучше сделать эту ферму, я не знаю. Вот абсолютно честно не знаю. У них есть две полки, на которых они респаются, из которых они теоретически падают. Вот почему это происходит настолько редко, да хрен его знает. Я же первый раз изготавливал моб-ферму, ты же знаешь, я ничего в ней не понимаю. Они просто сами по себе как-то плывут и плывут, а я их убиваю и убиваю. Вот и все. Блин, даже наполовину еще не прокачался. Ужас. Короче, хз, что ли. Чтобы их было просто больше. У меня на самом деле там... Я не знаю, почему они с полок не падают. То есть, они могут ходить, и если под ними безопасность, да, то они должны падать. Правильно? Но под ними безопасная вода, они могут в нее падать. Более того, они часто в пещерах это делают, они очень часто в воду падают. Но просто они почему-то, ну, не хотят, что ли. Надо, кстати, автомат опять поставить. Автокилл. Пофигу, когда понадобится кливер прокачивать, я просто банально эти шипы буду снимать и все. А пока пускай умирают сами. Вот. Короче, непонятно. По-иностранному. Так, давайте снова время общения с чатиком. Сейчас я буду сеять. А я говорил, давай я тебе нарисую форму, как это должно выглядеть. Ну, блин, а Рязанов, понимаешь? Мне стало... Бывает, Женя. Понимаешь, Рязанов, мне же хочется самому это делать. Если бы ты мне принцип какой-нибудь объяснил, который я не понимаю, тогда это одно. Просто написать. Но я же хочу в первый раз сам все делать. Ну, серьезно. И гайды, да нет, да блин, чё ж вы меня все время гайдами пихаете, зачем? Неужели так неинтересно играть самому в игру, что тебе надо гайды по ней какие-то смотреть? Они плывут, а я их убиваю. Ну и пускай, ну не буду я спасателем, мне ок. Спасателем злых мобов? Зачем? Здорово, кстати, Дример, да. Поэтому я не хочу следовать никаким гайдам, мне не нужны никакие рисунки. Я люблю до всего допирать сам. Да? Но просто иногда, если я вот построил, как мне кажется, моба-ферму, легче играть с гайдами... Не, я, конечно, казуал, но не настолько. Мне с гайдами играть неинтересно. А если внезапно становится неинтересно играть, то, блин, это хреново на самом деле. Мне, кстати, надо оставить, пожалуй, две штуки. Раз, два... Просто вот так вот, чтобы сделать из этого песка даже где-то 3-4. Сделать из этого песок, а песок потом жарить. Я думаю, мне стекла понадобится достаточно много. Сделай в виде воронки. Пусть он сам добивается. Так, Шак, можешь делать уровни на каждом уровне. Вода, чтобы они свалились, гайды не для Шакирона. На каждом уровне вода, они не респаются в воде, ты понимаешь? Грр. Фишка в том, что они должны респаться на блоке, а потом падать в воду. Они в воде не респаются. В этом вся фишка. Смотри, поставь высоко башню 10x10, там проклятую землю, вентилятор, чтобы они вниз падали и разбивались. Ох, ни хрена себе! Проклятую землю, вентилятор, ну ты, блин, придумал! Юрис. Скрафти себе хотя бы один компактинг-драувер. Чтобы не мучиться с коблой. Это хранилище, которое само комбинирует предметы. Да? Угу. Так, уровни на каждом уровне сложно. Так у меня стоит там два уровня. То есть у меня водное пространство, дальше стоит уровень. Дальше два блока пустоты, чтобы мобы респались, и снова уровень. И дальше снова два блока пустоты. На этом моя моб-ферма основана. У тебя вентилятор есть? Не, ну, дома нет, в игре тоже нет. Так, что? Компактинг... Сейчас, я досею. Что такое? У меня, кстати, три алмаза, not bad. Компактинг драулер. Holds 8 stacks per драулер. А что это такое? Что это такое, как оно работает? Fuse wood, glow драулерс. Слушай,
Холера, напиши, что это такое, с чем его едят, а? Сделай себе кипяток и скрафти чай, работает шикарно. Я уже с утра попил, спасибо, тренер. Сделай платформу над собой на высоте более чем 25 блоков от твоей базы. Мобы всегда респаунятся будут. Да зачем? У меня вон в длину от меня в 25 блоков. И мобы там активно очень спаунятся, правильно. Там действительно активный спаун мобов происходит. Просто некоторым этого мало. Мне достаточно, вполне. Так, вот оно железо, которое у меня есть. У меня даже золото есть, чтобы его поплавить. И алюминий. Не, это все потом будет. Это я все кладу наверх. Так. У меня есть даже золото, я пока что сюда положу. Все, у меня есть железо. Так, сейчас мне надо выключить эту фиговину. Шлеп. Положить сюда железо. Так. С помощью железа. Так, мне надо убрать вот эту фиговину, да, и сделать какую... А, там надо золото еще, действительно. Я привык просто к золотым формам. Я понимаю, что бывают разные формы, да? Но мне с самого начала сказали делать золото. Окей, золото это удобно, на самом деле. Я бы не то, чтобы страдал от его отсутствия, да? Хотя золото мне со временем, естественно, понадобится в огромных количествах. Но такое. То есть ни из латуни делать и так далее и тому подобное. Он крафтится из двух поршней. Да, я видел. Лучше бочку. Не. Шаг — это ящики, которые вмещают 16 стаков каждый. А, ну, собственно, мне про них и говорили, да? Да пофигу, на самом деле, честно. Я вот это вот хочу себе на базе. Вот просто вот это вот я себе хочу. Просто обсидиановые сундуки, чтобы были. Потому что они меня жутко прут. И внешним видом тоже. Так, что я хотел? Мне нужна форма палки, вы говорили, да? То есть мне нужна вот эта же форма. Так. Для чего мне нужно? Для топора и для кирки. То есть мне нужна малая форма. Вот эта вот. Сначала я должен... Что сделать? Я сначала должен сделать вот такую палку из камня. Так, с камень. Иди сюда. Так, не здесь. Вот тут. Собственно, вот такая же палка из камня. Стоуншард. Я не знаю, что я с ними буду делать. Ну ладно. Так, теперь эту палку из камня положить и залить золотом. Так, золото. Мем. Ага. И палка эта тут же ушла у меня, да. Вот она палка. И теперь я должен залить это железом, по идее, правильно? Оп, мем. Да не то. Вот. Я это, по идее, заливаю железом. У меня здесь становится железная палка. И, собственно, этой железной палкой я могу улучшить либо кирку, либо топор. Да? То есть я могу сюда сделать его так вот. А? Сейчас, секунду. Где найти мажанг, чтобы с модами поиграть? В смысле, мажанг вводишь, там официальный сайт, где можно официально купить майн. Это сундук для первого предмета, если его можно разобрать или собрать, то там будет три ячейки на выбор. Например, кладем кобли, а там получаешь выбор. Кобл прессованный кобл, дабл прессованный кобл. Слушай, я сейчас тогда попробую это сделать, окей. Но, ты смотри, я не смогу сделать себе поршни. У меня на поршне нету этих. Так, вот эту вот фигурин ты имеешь в виду, да? Но у меня на поршне нет... А, стоп. Это же для липки поршни, я идиот. Так, окей. Значит, так, мне тогда нужны поршни, мне нужен редстоун. Давай попробуем сделать, окей. Собственно, если такой вот выбор, тогда да, тогда убедил вполне. Арбалет, здесь есть арбалет? Да здесь чего только нет, но вообще, да, здесь арбалет есть. Так, что я неправильно с палкой делаю? Нужно сначала починить. Ага. То есть кирку можно сделать так, да, например. Кирка у меня полностью починенная. Оп. Да, в натуре, слушай, смотри. Прикольно. Только зачем мне все это, то есть, ну вот. А, дюрабилити повышается. Окей. Сделали. Не, слушай, забавно, конечно, но я смысла этого не особо вижу. То есть, я за счет алмазов и так повышаем дюрабилити. Но для выполнения галочки... Та-дам! Stone Age мы полностью закончили. Так же, как и
первую начальную эпоху, да, деревянную эйдж. Так, теперь фарминг эйдж у меня наступает, это я все буду заниматься чуть-чуть попозже. Я только вот так вот сделаю, чтобы у меня металл плавился. Так-с. Значит, починить топор, кстати говоря, полезная вещь была бы. Стоп. Шлеп. Топор-з. Полностью починенный. Что мне теперь надо сделать вот ради этой фиговины? Мне надо сделать так. Мне надо железо, редстоун, блоки и дерево. Камень, редстоун, железо, дерево. Сейчас посмотрим, работает, не работает этот shift, вопросительный знак. Так, железо. Иди сюда. Так-с. Собственно, так. Так, shift. Да, в натуре, слушай. Спасибо большое. Так, 6 поршней есть. Теперь, что мне надо сделать? Так, нет. Вот так вот. Ага. Мне сначала обычный драулер нужен. Не компакт, вот прям... А как сделать обычный лол? Не то. Так, шлеп. Планкс нужны и два ящика. То есть полные два ящика и нужны обычные доски. То есть мне надо просто много досок, да? То есть мне надо многодосочи. Мне надо сделать два деревянных ящика. Оп, шлеп. Так, допустим. Дальше я делаю... My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Так. И после этого мы делаем вот эту вот штуку. Мне что-то не хватает. Чё мне не хватает? У меня есть два... обожжённого камня не хватает. Блин, много обожжённого камня не хватает. Ладно. Давайте пожарим еще больше камня. Мне, кстати, надо бы уголь добавить так, на полшишечки. Сюда. И сюда. Снова у меня блинский дождь идет, а? Просто ужас. О боже, сколько геморроя. Да не говори вообще! Пример номер два. Берем железо, кладем выбор блок железа, слиток железа или наггет железный т.д. Я понял, холера, ща будем смотреть. Нам нужен арбалет сбивать гастов. Ой, да забей вообще. Тархунус тоже забей. Это забавно, конечно, но ты знаешь, я очень не люблю упоминания этого идиота на стриме. Так. Теперь... Арбузик, мям, арбузик. Раз у нас фарминг эйдж идет, да, значит надо вот фармить по полной программе на ферме. Гринд, геймплей, все дела. Так, отлично, еще 3 миника эссенс у нас есть. По идее, здесь, конечно, с лейкой надо стоять все это время, да? Но мне что-то настолько лень, что просто жесть. То есть как это должно, как выращивание миника эссенс должно проходить? Оно должно проходить вот... Сейчас. Оно должно проходить так. Это не сильно заметно, что я их поливаю, но на самом деле я их поливаю. И то есть они растут еще быстрее вот от этого. Даже несмотря на то, что идет дождь, а я еще и лейкой поливаю. Моя лейка почему-то считается, а дождь нет. Я уверен в этом. Практически на 100%. Я помню, как долго этим бекон занимался на своих стримах. Чисто, чтобы больше миника сидс, миника эссенс заработать. Здорово, Демка. Ну, ник-то прикольный. Да, ник прикольный. Это да, это факт. А, хотя мне уже и лейку не обязательно убирать. Чоп. Мяу. Дальше поливаем. Поливать лейкой в дождь. Люблю бесполезные занятия. Но на самом деле, вы заметите, действительно помогают. То есть они растут реально быстрее. Дождь не позволяет этого сделать. А лейка, да, вообще изи. Прикольно, кстати, вполне себе. Привет, Майн в пятницу, удивительно. Здорово, креатив. Да, я по пятницам тоже буду делать, понимаешь, он очень комплексный, и я боюсь, что за целую неделю без майна я буду очень многое забывать. О чем мне туз еще сверху напомнил, вот. Потому я думаю, что у меня 2 дня в неделю будет просто в пятницу не целый день. В пятницу часа по 2, по 3, по 4, может быть, если совсем запрет. Вот, у меня будет майн тоже.
Да и плюс зрителям нравится. На самом деле достаточно много человек приходит, причем людей новых, старым моим зрителям тоже Майн нравится. Многим, кстати говоря. Есть еще блок, который увеличивает скорость роста растений. Да, холера, он написан, но он не работает, как сказано, на вот эти вот магические семена. То есть конкретно этот блок, смотрите, уже 15. Осталось всего одно, и все будет так. То есть еще одно семечко, я скрафчу себе еще два семечка этого миника, и оставлю их пока выращиваться. То есть вот, постоишь с лейкой, я не знаю, минут 10, и, собственно, все, что надо, у тебя вполне себе будет. Да. Так, еще одно. Оп. Так, собственно, 16 есть, два семечка есть. Так. И вот так. Та-дам! Еще пьет два семечка, пускай выращивается пока. Так, хорошо. А, лейку надо поставить обратно. Так, что у меня там было на повестке дня? А, у меня камень жарился специально. Точно, точно, точно. Так, теперь мы берем и делаем вот эту вот фиговину, судя по всему. Возможно, даже две, ладно. Так, итого, как он работает? Угу. Это то, что у бекона как раз стояло, кстати говоря. А можно его как-нибудь открыть, а? А, на Shift надо нажать, или нет? У него есть апгрейды. Я нажатием просто добываю себе кучу... Блин, а это прикольно на самом деле. Это действительно, слушай, прикольно. Так, стоп. Иди сюда. А если я сделаю... То есть он должен вот здесь вот стоять вместо, да? Сколько он вмещает? Hold 16 stack per drawler. Я боюсь, что он очень мало будет вмещать. Он недостаточно объемный. Как мне ему объем увеличить? Привет, здорово, Бенел. Шаг превращается в майнера. Срочно нужно стримеру дуже проклятой комнате с косами. My god, is that amazing? Спасибо за follow. Врут, все работает. Не, холера, фишка в чем? Вот, смотри. Use a sprinkler to water a farm. Doesn't work on magical crops. Берешь этот ящик и ставишь на кобл генератор. Да и я понял, что надо вот сюда вот поставить непосредственно. Что, прям на него сверху можно, что ли? Оу. Оу. Так. Подожди-ка. Вон, видите, сколько показано? Номер один. Дабл компресс кобл, компресс кобл. И сам Cobblestone. И стак, стак лимит 16. А как увеличить? Слушай. Рядом ставь, не место. Я понял. Поверь, он вмещает больше, чем сундук. Не, ну по сути он вмещает 16 стаков, да? Если чисто разделять на двойной спрессованный обычный кобл, да? Понятно, логично, он больше вмещает. Но если не разделять, сам сундук получается вмещает больше. Ну чисто вот. Так не от спиннинга или лещ? В смысле? Growth Pulsar или как-то так? А, ты про это? Это забей, к этому еще придем. Ты все, что есть в сундуке, перенеси туда. Зачем? Я хочу, чтобы у меня было много каблы. Там-то добудется, не суть важно. Пускай у меня в сундуке будет много просто простого камня. Чем его отсюда забирать? Но. Как мне у него улучшить вместимость? То есть, я не могу просто взять и посмотреть, что там внутри. Я, то есть, вот так вижу. Блин, не люблю так. Люблю, когда вот так смотреть можно. Вот, ай. Как мне у него вместимость улучшить? Я как-то мог смотреть у него внутрь, в кишки в его, блин. А, во, шифтом. Во, шифтом, понятное дело. Кстати говоря, блин, 200. Да нет, бросьте. Вот, я вижу, апгрейды есть, да? Как? Это норм, что на Твиче появилась реклама, я пропустил, что ты говорил. Бред. Да, в принципе, на самом деле это норм. На Твиче всегда была реклама. Ну, если у тебя от блока нету.
Да сделай бочку, она лучше. Мям. Че ж вы все постоянно хотите, чтобы я что-то доделал? Если подключить компрессор с сундуком... Да? Согласен, но... Чего эмеральдовые апгрейды ставь? Ты, блин, умный такой, ты конкретнее скажи, пожалуйста. Халер, какой именно апгрейд я должен здесь поставить на него? Кстати говоря, если у меня есть второй такой сундук... Нахрена мне второй такой сундук? Ладно, пускай тут остается пока. Я еще не придумал, зачем он мне понадобится, если только не каблу, да, все это делать. Я знаю, что у Бекона, опять же, у него же был какой-то экран такой фиолетовый. Он на него нажимал, и у него куча ресурсов сразу показывалось. Причем тут еще и поисковик был. Я не знаю, что это за фиговина была, но она была жутко интересная. Точнее, она ей жутко интересная. Кстати, интересно, если я отсюда каблу возьму, она будет восстанавливаться? Нет, теперь сюда кобл-стол не идет. Ну, ладно. Так, слушай, а как мне сюда положить? А, ЛКМ это взять. Ага, ПКМ это положить. Я понял. ПКМ положить, ЛКМ взять. Угу. А можно взять сразу много? Сразу вот стак, например. Какой-нибудь Shift ЛКМ. Да, Shift ЛКМ берешь сразу стак. Shift ПКМ. Мем. Shift ПКМ сразу ставишь. А, и убираешь сразу стак туда. Хм, окей. Так, теперь сейчас я спрессую гравий только. Ручками. Шлеп. Я опять же повторюсь, мне нужен был песок. Сейчас песок мы добудем и отжарим его. Я хочу, чтобы ты что-то делал, делай! Я что-то делаю точно, поверь. Я что-то здесь творю. Что, я конкретно не уверен, но что-то происходит точно. Это я прям клянусь. Что-то здесь происходит. Оперделенное. Так, так. И редстоун сюда. Так, вроде все по местам разложил. Блин, мне еды скоро не будет хватать. Это жуть какая-то. Так, что там по животным? Вот почему-то обычные животные не сильно спешат у меня появляться, на самом деле. Это очень странно. Возможно, им стоит оставить приманку. Я сейчас посмотрел... Сейчас посмотрел, подсмотрел у, собственно, Бекона. Надо будет попробовать то же самое сделать. Вот опять же, насчет приманки, например, да? Я в жизни не догадаюсь, что можно делать какую-то приманку вот здесь. Для коров, например. Вот она вроде такая. О, каубайт. Приманка для коров. То есть, ну, ты в жизни об этом... Лично я, по крайней мере, в жизни об этом не догадаюсь. Что есть просто такая хреновина. Который надо поставить. А, и здесь еще и вода нужна тогда. Так, секунду. Если еще и вода нужна, давайте мы им воду поставим. Так, оп. Где мой бесконечный источник воды? Сюда, где? И надо бы еще камушек тогда, что ли. Булыжник. Иди сюда. У меня там пола нету никакого, поэтому если внезапно у меня корова провалится сквозь эту, будет не камельфец, правильно? Поэтому мне надо как-то сделать сейчас вот так. Жить. Вот так. Давай наверх. О, нет, давай, оп. Вот так вот. Вот тебе источник воды. Так, так пойдет. Шлеп. The bait will work and move its reach, you don't scare animals away. Понял. Все, валим отсюда. Пропиши storage, и там будут апгрейды. Окей, спасибо. Сейчас будет. Качай меч, качай. Тот фиолетовый экран слишком высокой технологии, ты еще фермер? Просто это реально... Ходило. Ладно. Так, storage, да? Storage upgrade. Increase the storage capacity by... А, вот, собственно, это и есть джабба. Storage drawler. А, вот. Тут какие-то, собственно... Мне, видимо, не джабба нужна, на самом деле, с этой бочкой, да? Мне нужен вот этот вот апгрейд. Причем я так подозреваю, что они... Да, они вот из этого делаются. Ага.
Мне вот эти, ребят, нужны нижние, правильно ведь? Почему деревья перестал сажать неуютно как-то? А зачем? Понимаешь, фишка в том, что у меня дерево просто вот реально не прокопаться. Просто очень много дерева, поэтому оно мне пока что больше не нужно. Ну, разве что для еды, но просто пока перестал. Такие пироги. Такс. Да, только эмеральдовые сразу. Такс, сейчас посмотрю. Жик. Чё за только эмеральдовые сразу? Так, эмералд. Вот эти вот? Судя по всему, вот эти вот, да? В 13 раз? Серьезно? А есть еще круче? Шоусфул. О, слушай! А может мне это тоже надо, а? А может мне это надо, а? Шоусфул сторидж, это прикольно. Destroy Excess Items. Near Infinite Storage. Unlimited. Сигнал ТЦ, имеет сигнал for most full slot. 13 раз, 8 раз. Ну да, они типа самые крутые сразу. А у меня будет 4 изумруда-то? 9. Да, будет, вполне себе. Так, допустим. Но для этого мне надо сначала вот такую вот фигню сделать. Ага. Так, мне нужно больше сундуков, мне нужно больше дерева. Так, давай возьмем еще дерево. Сделаем 8 сундуков, допустим. Так, дальше мы сделаем так вот. Шлеп. Так, допустим. И вот эта вот фиговина мне нужна. Да, палками со всех сторон. Окей. Так, шлеп. 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 Ж. Шлеп. Шлеп. Нет, это не то. Вот это вот. Шлеп. Да, оно самое. Так, и теперь, собственно, эмералд. Где это? Где? Вот. Шлеп. Шлеп. Та-дам! Я тоже русский писал, ужас какой. Это нормально. Шаг апгрейд для этого механизма находится в моде Java. Окей. Посмотрю сейчас. Ну как же уют, фэншуй. Ну ладно, сейчас это того самого посажу, окей. Ладно, доиграюсь, убедил. Вот прям сразу таки убедил. Вот сейчас будет, сейчас даже приватный тверк будет. Не-н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 е. Вот, деревцо, пожалуйста. Уют, фэншуй, все дела. Можно, кстати, эту хрень...